Он заметил, что у нас кто-то поселился в этой витрине. И Миша тоже. Чуби? А, он тебе на самом верху сидит. Со мной на котике мы пришли посмотреть. Пусть тебе тоже интересно. Всем котикам интересно. Смотрит сверху на них. Ну, сверху он себя чувствует явно безопаснее, потому что он наверху, он ничего встать не может. Ну и, в принципе, здесь все закрыто. Котики. Вы же мои красавцы. Смотрит так на котов. Ну что, он скоро поймет, что они его не могут достать. Что, решил спуститься познакомиться? А, он нашел вкусняшки для котов, которые Марина передала. Ну чего ты, дуралей? Ой, ну все, теперь у котов любимое место, да? Ой, Пуси. Кун, ты там ничего не хочешь? Что там? Пусь, ты подружился с Тамарином, хотел засесть, не получилось, а потом Тамарин прямо внизу сидел и ел рядом с Пуси. Да? Ты даже с Тамарином подружился, молодец какой мальчик. Хороший кот. Чуви! Ой, как вкусненько. Канатики он уже освоил. Мара, покажи свой крутой новый ошейник. Покажи свой новый ошейник, Мара. Да. Ой, какой красивый ошейник. Он сейчас, видимо, хочет спуститься. Вы видите? Пусечка рядом. Оп, оп, оп. Ловкий такой.